мистецтво створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях». И с вами в студии Андрей Остриев и Игорь Пох. Добрый вечер. Мы сегодня решили подвести политические итоги года. И для этого мы пригласили в студию Александра Ухмановского. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить, ну, точнее, в нашей студии сегодня собрались два политтехнолога. Поэтому все-таки, наверное, модератором сегодня будет ты больше, Игорь, нежели я. Поэтому я с удовольствием передам эти бразды правления Игорю. А сегодня мы хотели бы поговорить о том, ну, что произошло в политике за год, какие, возможно, прогнозы. Ну, будем говорить, конечно, больше о местной политике, потому что это касается каждого из нас, наших зрителей. Ну, собственно говоря, и отражается напрямую на нашей жизни. И давайте начнем вот с чего. Александр, вот как вы расцениваете вот этот политический год, имеется в виду на местном уровне? Ваше может быть, там, самое большое разочарование и самое большое достижение, если такое есть, конечно. Николай, как мне кажется, несколько отображает процессы, которые происходят в целом в государстве. И, в принципе, год, так же, как и в государстве, так и в Николаеве, можно, в Николаевской области, можно охарактеризовать как год продолжения сворачивания реформ, продолжения раскручивания косности, возврата к прошлому, вот, и, ну, год потерянных надежд. В Николаеве, ну, самое большое разочарование – это недостижение нашим мэром Александром Сенкевичем, неоправдание тех надежд, на которые на него возлагали. Вот, а единственный оптимизм, наверное, то, что, ну, мы все еще живы и можем бороться. Ну, я бы позволил себе побыть в качестве гостя, я бы тоже на эту тему прокомментировал. Я скорее бы сказал бы, особенно учитывая прошедшие выборы в территориальных громадах, я бы сказал, что скорее вот децентрализация есть в определенном смысле слова. И вот это перераспределение ответственности за землю в территориальных громадах. То есть это фактически, если вот, ну, кто не знает, то сейчас все земли, которые находятся в ведении области, они распределяются через областную администрацию. А после создания объединенной громады, объединенная громада сама будет принимать решение, как эти земли распределить. Это не может не сказаться и на вес, и на политику в том числе. Ну, это вот такая маленькая ремарка. Кроме того, ну, наверное, все посмотрели выступление Гройсмана, когда он презентовал свой, ну, не свой, а бюджет страны. И он заявил о том, что жестко будет продолжаться эта децентрализация путем определения больше финансов на места, нежели в центре. Ну, политики это тоже невольно коснулось. И, собственно говоря, наверное, стоит поговорить о смене. В этом году произошла смена губернатора. И вот что ты думаешь по этому поводу? Ну, опять же, пришел новый губернатор. Пока что прошло буквально 2 месяца. Я не могу ничего сказать. Это не срок. Вот те действия, то есть то, что я вижу из такого серьезного позитива, это первое, ну, интересный факт, что, да, это впервые за сколько существует Николаевская область, так понимаю, это человек, который не из Николаевской области. То есть впервые к нам приехал варяг, уже интересно. Во-вторых, очень интересно, что, опять же, впервые, наверное, за многие-многие годы мы видим очень серьезно, единственный, наверное, пример, когда работает у него качественная команда, и он отрабатывает классическую пиар в виде связи с общественностью. То он работает, то есть он работает. Он не игнорирует те же скандалы какие-то, он не игнорирует какие-то удары по репутации, он на них отвечает. То есть это классическая демократия в западном понимании этого слова, когда вызовы общества, вопросы общества не остаются без ответа. И вот это, ну, абстрагируясь от того,
будет он что-то делать, не будет, получится, не получится. Это уже очень важно. Это очень серьезный прорыв в политике в Николаевской области. До этого момента как бы высшие чиновники старались, да, игнорировать. Ну да, классическая работа пресс-службы, классический пресс-релиз на там, День города, на День независимости, и все. Да? То есть здесь действительно мы видим человека, которого не все равно, что про него сказали, что про него подумали, что о нем опубликовали, и он дает реакцию. Да, самая яркая, наверное, реакция это была на ошибки. С ошибками, да. Да, это был просто отличный пиар-ход, конечно, да, с его стороны. То есть мы не, еще раз, не надо оценивать пока что его деятельность, да, но то, что человеку не все равно, это уже важно. Ну, перенимаю бразды, да, модератора, а то все Андрей, да, Андрей. Ну, я вначале хочу сказать, что вообще у нас действительно сегодня программа такая уникальная в своем роде. Два политтехнолога в отсутствии, в принципе, я об этом иногда говорю, на меня кто-то обижается, кто-то нет, вот, но я говорю о том, что в Николаеве отсутствуют публичные политологи. Ну вот, вот такая ситуация, то есть политические консультанты, эксперты и политологи. Поэтому в качестве вот, вот всех этих людей у нас сегодня выступают Александр Ухмановский и Андрей Острев. Это очень интересно, а я продолжаю. По поводу варягов. Безусловно, скажем, ну варяг это не обидное слово, чтобы все понимали, это просто человек не местный, вот. То есть ничего обидного в этом нет. И то, что наш губернатор из варяг, вот, возможно, это интересно и хорошо, да, но прослеживается, допустим, в городском совете, да, прослеживается несколько иная ситуация. Вот на днях была сессия городского совета, где утверждали заместители городского головы. И очень многие из депутатов поднимали вопрос вот этих варяг. Да, почему у нас опять, значит, варяги из, то есть не местные, что у нас местных мало, что у нас местных специалистов не хватает и так далее, и так далее. То есть эти вопросы муссируются. И как бы определенная часть недовольства и скандала, даже можно сказать, связанная именно с назначением на сессии городского совета заместителей мэра, связана именно с вопросом, почему не местные. Вот, прокомментируйте, господа. Как вы считаете, это хорошо, что не местное, либо плохо? То есть губернатор хорошо, а заместители как бы плохо. Ну, вот, вот такая ситуация. Опять, Николаев имеет примеры привлечения не николаевских специалистов. Тот же Чайка в свое время привлек господина Яворского, да, и мэра Баштанки на должность директора департамента ЖКХ, и в принципе Яворский очень даже неплохо справлялся, и был момент, вот видно было, что свежая кровь. Вот. Дело в том, что опять к Сенкевичу, на самом деле, если мы говорим про реальные причины недовольства, это не то, что люди, там, он привез какого-то не местного человека, это всего лишь повод. И претензии заключаются в том, что его команда, так сказать, не работает. Если бы мы за этот год видели бы успехи, в том числе кадровые, которые поддерживал Сенкевич, я думаю, что электорат, опять же, у Сенкевича высочайший уровень поддержки, мы помним, был, спокойно бы это восприняло. И экспертное сообщество, и лидеры общественного мнения спокойно восприняли. То есть, да, ты показал, что ты назначил какого-нибудь зама, он хорошо отработал, он не местный, пусть там зам или мэр Ялты, неважно. Да, привози кого угодно. Но, так как мы за год практически не увидели работы, более того, все его варяги, которых он пытался привлечь, либо же обещали, но не заходили на работу типа Рохова, либо же приезжали и бежали, как его и окна первого мэра. Александр Алифир. Алифир? Алифир, угу. Да, более того, еще и не только сбежали, но и крупно подставив мэра, а это его выбор. Естественно, что после целой череды таких неудач, это опять же классика пиара, которая изучается на первом курсе, вот, общество начинает не доверять. Еще общество может быть доверять, а экспертное средовище точно нет. И я думаю, только этим обусловлено
ну, мы не будем говорить, что политические оппоненты просто пользуются любой возможностью, чтобы ударить его, это естественно. Но если мы говорим про экспертное сообщество, про лидеров общественного мнения, про его сторонников ярких, то проблема заключается в том, что Сенкевич не доказал еще никому, что его кадровые назначения действительно эффективны. Поэтому, естественно, есть недоверие. Ну, может быть, он действует методом проб и ошибок, хотя и время идет. Мало ли, у человека могут быть свои мотивы для приглашения из других городов, регионов, людей. А может быть, опять же, я просто рассуждаю, ничего не утверждаю. А может быть, причина кроется в том, что среди местных людей, ну, скажем, есть опаска, ну, определенных вот этих вот, то, от чего страдает наше государство все эти годы. Вот это кумовство, вот этот вот такой... Вот эти штучки между своими, вот эти терочки местные там и так далее. Может быть, Сенкевич именно таким методом действует. Я вам скажу так. Чужого пригласил, он как бы не наш. Работай. Не получилось, уходи, следующий зайдет. Ну, может быть, так. Здесь зависит от человека. Для того, чтобы найти в Николаеве нужных людей, раззнакомиться, войти в тему, если ты хочешь что-то прокрутить, провернуть в НИРИС, это занимает буквально 3 дня. Для любого региона. Позвонил коллеге, коллега позвонил коллеге, все, нашли нужных людей, встретились в Казбеке, перетерли, выпили кофейка, и ты уже все знаешь. Ты уже свой, место. Да? Ты уже свой. Окей, хорошо, Андрей, комментируйте. Я вообще сторонник того, что, собственно говоря, варяги, так называемые, да, свежая кровь приносит что-то иное. Вот что иное, это самый большой вопрос, ну, для меня. То есть я сторонник того, чтобы люди, которые приходят, вот знаете, помните эмансипацию, например, там, если вспомнить историю, эмансипацию, там, например, Франции, французской культуры, да, вот в ту же тогда еще в Россию. То есть вот такие вот, скажем, прорывы, они несут изменения самого общества. Да, общество инертно, но оно потихоньку меняется. Это раз. Если мы говорим с позиции политики, то вот, как Александр сказал до этого, да, вот пришел новый губернатор, и он показал некий эталон, что теперь уже местные политики понимают, что вот надо, оказывается, вот так, и это эффективно. И это не просто абстрактная теория, да, это вот практика. Что касается... Ну, пока это практика пиара на сегодняшний день. Абсолютно верно, но это должно было, должно быть. Вот, ведь действительно политик должен постоянно контактировать со своим избирателем, а не видеться с ним накануне только выборов, и на этом... Все, и до свидания. Да, вот, например, в США к избранному там конгрессмену любой человек, любой избиратель может написать имейл, ему обязательно ответит. Это не так, что там ходит там, о, великий бог, и пороги оббивает. Да? И Савченко показал о том, что он где-то близок. Ну, показывает, скажем, да. Как это на практике, ну, сложно пока судить, это действительно расставит все время. Если говорим о горсовете, да, мы, и о том, о той системе, мне кажется, что вот я очень яркий пример, почему не доверяет, например, Сенкевич, ну, я его в этом понимаю, почему не доверяет местным, ну, скажем, лидерам общественного мнения или тем специалистам, которые он бы мог взять. Очень яркий пример — это Сергей Исаков, который в определенный момент просто показал о том, что, скажем, вот он не готов работать в партии, и, собственно говоря, поэтому была и смена лидера, и Исаков занял жесткую позицию по отношению к мэру, хотя по логике вещей они должны были как-то, ну, каким-то образом коммуницировать. Этой коммуникации не получилось, и, собственно говоря, вот, возможно, поэтому кадровые назначения, ну, местных... Андрей, мы же говорим о чиновниках. Вот, поэтому они, кадровые... А Сергей Исаков, он депутат. Поэтому я говорю, что кадровые назначения, ну, грубо говоря, да, там, поменять местами тех же людей, система не поменяется. Ну, как мне кажется, что Сенкевич все-таки рассчитывает на системное
существенные какие-то изменения, нежели на, ну, на разовые, ну, первые годы. Ну, это мое мнение. Я надеюсь, что я окажусь прав там, по истечению какого-то большого времени. А вот на, ну, настоящий момент я с Александром абсолютно согласен о том, что мэр наш мало уделяет внимания вот именно своей работе по пиару, несмотря на наших там несколько проектов, которые позволяют коммуницировать народу с муниципальной властью, но это, безусловно, этого мало. Ну, надеемся, что это будут все-таки системные изменения. В противном случае это будет действительно большое разочарование. Я вам скажу, вы поменьше друг с другом соглашайтесь в нашем формате, потому что так будет неинтересно. А вот разное мнение, и зрители уже сами сделают какие-то выводы. Есть постулаты, с которыми не поспоришь. Ну, почему? Да. Как Портос, я дерусь, потому что дерусь, но это не наш формат. Есть такое вот предложение, да, Саш, вот твое мнение как изменится политическая карта в следующем году? Вот сейчас вот много появилось проектов, там социалисты, социалистическая партия, ну и так далее и тому подобное, то есть какие-то новые начали выстреливать политические проекты, включая того же Саакашвили, его политическое движение и так далее. Как ты считаешь, как изменится политическая карта, и, ну, и это же тоже будет влиять невольно на вектор, куда пойдет страна? Несомненно, пока я не ожидаю каких-то грандиозных изменений. 17-й год – это год и будет испытаний, потому что как раз прошло время, и социальная напряженность будет расти. Но я не вижу, чтобы каким-то действительно кардинальным образом изменилась политическая карта или сегменты политические в Украине на самом уровне государства. Да, есть движение Саакашвили, пока непонятно, вообще будет ли оно изначально, если будет, то какое. Я смотрю на эти все движения, ругань публичную с большим скепсисом и с ухмылкой, потому что я не доверяю официальному скандалу и официальному разрыву между Саакашвили и президентом. Мне кажется, что это, опять же, как мои оценки, мой опыт говорит, что это классическая, грандиозная игра вот, на хорошего и плохого полицейского. По удержанию электората. По удержанию электората, естественно, потому что необходимо брать оппозиционный Порошенко электорат, при этом не отдавать его оппозиционному блоку. Опять же, ну, патриоты, да, не проголосуют за оппозиционный блок ни в коем случае, поэтому за кого пойдут эти люди? Ну, давайте дадим им Саакашвили. Поэтому я Саакашвили расцениваю в данном случае как управляемая, специально созданная оппозиция, якобы, да, квази-оппозиция к Порошенко. Ну, в демократическом ключе. В демократическом, да. Конечно, ключе. То есть, естественно, мы увидели, например, на тех же выборах в объединенных территориальных громадах, которые прошли недавно по всей Украине, мы увидели серьезный рост в сельской местности, рейтинга, да, бьют, то есть партии «Батьковщина», и она действительно будет усиливаться на фоне роста протестных настроений, проблем в обществе. Вот, но опять же, мы не видим, то есть я не вижу, что может появиться какая-то серьезная новая политическая сила уровня, ну, хотя бы там самопомощь, да, чтобы там 10-15% электората взяла. А, вот такой вопрос. Вот мы снова затронули вопросы выборов в объединенные территориальные громады. Насколько я знаю, ну, глядя со стороны, да, или сверху, или сбоку, неважно, что доверие к партиям вот на этих выборах, оно, ну, практически на нуле. И, ну, было, во всяком случае, да, среди вот тех людей, которых мы называем электоратом, среди избирателей. Мало того, основная, даже не основная, вот по Николаевской области, по-моему, подавляющее большинство, например, кандидатов не в депутаты в сельских громадах, а на головы сельских громад, они шли самовыдвиженцами. То есть никто из них не указывал, что они идут от партии. Это ведь не зря было сделано, потому что, ну, у людей доверие вообще, в принципе, к партиям, ну, нижайшее. Это первый момент, такая ремарочка. Ну, захотите, конечно, ответьте. И второй момент, вот я бы хотел ваше мнение, друзья, услышать о таком. Вот, в принципе, будущее партий
в том виде, в котором они существуют на сегодняшний день у нас. То есть партии вождиского типа. Даже та же партия Саакашвили, да, и вот, неважно, как она будет называться или называется, все равно ее ассоциируют с фамилией, да, Саакашвили. Лицо, да. Есть то лицо. Есть есть лицо. А вот если нет лица, вот такие партии имеют какое-то будущее? Вот, вот, нет, вот Андрей можно... сказал о партии, допустим, да. Социалисты, да, вот это вот новый проект, там несколько лиц, как бы такие размытые лица, либо какая-то партия «Наш край», где нет одного лица, вот, да? Я сейчас, если вот будущее можно, за кем? За кем или за кем? Я отвечу на этот вопрос сразу, я вот буквально с полей, с пылу жару, да, действительно, проект «Наш край» – это достаточно эффективный проект. Так называемый проект «Без лица», который был основан на лидерах общественного мнения. То есть это было построено на авторитетных людях, и партия именно таким образом и состоялась. И, собственно говоря, вот в той громаде, где работал я, там единственное, кто выставлялся как партия, это был как раз «Наш край». И, в принципе, результат очень неплох. Но идея как раз вот этой партии была в том, что там нет вождя. То есть есть, грубо говоря, авторитетные профессионалы, такие сопредседатели партии, да? Такие умные люди, угу. Умные люди, которые представляют вот эту партию там вот в регионах. Да, ты абсолютно прав, что не верят вождям сегодня, да, вот партии вождиского типа, они вообще по логике вещей, по исторически так сложилось, что партии вождиского типа себя со временем изживают. И, ну, и, собственно говоря, история показывает, что в странах развитой демократии партии становятся идеологическими и сугубо идеологическими. Вот, скажем, у нас, например, там, да, если с идеологической точки зрения вводить, то у нас пора уже партии делить, начиная левый, лево-правый, да. Лево-правее, лево, вот, и вот лево-центрее. У нас все левые, все да. За социализм, все за людей. Как любят говорить там некоторые вожди, все за людей, за село, там, ну, кто во что горазд орать. Но вот это вот само вот разделение классическое у нас в Украине практически отсутствует. И это как раз свидетельствует о том, что у нас очень сильное засилие по партии вождеского типа. Люди разочаровываются в лидерах. Они со временем перестают доверять, веря очередному мессии, я бы так назвал. Саша? Ну, в данном случае я как раз не соглашусь. Вот, прекрасно. Потому что, к сожалению, для того, чтобы партии вождиского типа не было, у нас должно измениться общество, и общество должно быть достаточно развито и понимать причинно-следственные связи. Этого у нас нет. И поэтому наша трагедия в том, что люди хотят видеть вождя, и поэтому ничего не меняется. Наш край – это немножко... Это пример, да, действительно, когда нет единого вождя, но это как раз, вот те, кто связан с компьютерной техникой, знают, это система распределенных сетей. То есть, да, в наш край не было представлено одним лицом, великим, известным на всей территории Украины, но это была просто платформа, давайте говорить так, как есть, сборняк-солянка. Местных князьков, они шли на местные выборы, и для того, чтобы якобы не зависеть ни от одной партии, они создали себе платформу, от которой просто выдвинулись. Давайте вспомним, кто у нас в Николаевской области. Каждый район держал авторитетный человек, вождь, который в своем районе обеспечивал победу на местных, результат на местных выборах. Где в тех районах, в тех округах, где вождь местный был силен и авторитетен, наш край взял хороший показатель. Там, где был он слабый, не взял. Поэтому, опять, какая идеология у нашего края? Сколько бы мы здесь в студии на контраргументе не говорили, на самом деле она непонятна. Любого сейчас спроси избирателя практически, он не скажет. Ну, в принципе, у нас нет цели сегодня оговаривать некие партии конкретные. Нет, у нас 3 минуты осталось программы, поэтому да. Давайте единственное, вот финальный вопрос. Да, я хочу вот вас, уважаемые наши политтехнологи, которые заменяют всех экспертов политических и политологов, я хочу спросить, а что в нашей Николаевской, вот конкретно в Николаевской ситуации делать для того, чтобы люди интересовались политикой, для того, чтобы политика стала, ну вот как была раньше, если помните, популярная физика, популярная математика, вот чтобы политика была популярной, популяризировать ее. Повторюсь в очередной раз, в тысячный раз, отсутствие публичных политологов, публичных, которые постоянно
вот говорят на телевидении, на радио, пишут в прессе, именно как эксперты. Политехнологи все-таки немножко другое, вы согласитесь со мной, да? Но вы вынуждены выступать в качестве политолога. Что делать нашей Николаевской вот такой вот болотце в нашем, для того, чтобы люди начали соображать, хотеть соображать? Если бы я знал бы ответ на этот вопрос, я бы был уже, наверное, в Киеве, в каком-нибудь институте развития будущего. Наверное, никто не знает действительно какие-то реальные рычаги. Потому что как можно, ну, то есть, опять же, люди не понимают причинно-следственной связи, пока люди не начнут понимать причинно-следственную связь. Но кто-то им должен это объяснять? Сколько не объясняй, сколько не говори о том, что твой проданный голос – это ухудшение твоей жизни, все равно мы видели, да, на объединенных, ну, на выборах объединенной громады, что бутылка водки, палка колбасы и 10 гривен. Вот 10 цена гривен, да. Сознания общества. Но хочу отметить, что в моей громаде, где я работал, не было такого. Более того, я сделал все необходимые меры, чтобы пресечь. И народ проголосовал. Остался без 100 грамм, но проголосовал. Вот все-таки, что значит политтехнолог? А что делать, в принципе? Я бы сказал так. Я думаю, что проблема даже... Ну, вот причинно-следственной связи оценивать, это, наверное, больше к экспертному средовищу относится. Я думаю, что все-таки нужно доносить до народа понимание ответственности за жизнь государства в целом, ну, и региона и так далее. Каким-то образом делать? Ну, естественно, через лидеров общественного мнения, которые бы сказали, ну, разговаривая со своим электоратом или со своей там, вот, группой поддержки, объясняли, что каждый человек несет ответственность такую же, как и правитель за жизнь государства. Вот то же самая история с СНД. Вот это тоже такой маленький шажок. На этом мы, наверное, поставим точку. Да, пессимистичная немного программа получилась, но... Нет, это просто разбор годового полета политического. Мы оцениваем то, что произошло. Мы сами это будущее, ну, пытаемся создать, как умеем, своими профнавыками. Ну, к чему это приведет, мы посмотрим. А мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Мы с вами еще перед Новым годом обязательно встретимся и подведем еще одни итоги. Не пропустите.